Вот, это один из моих любимых спектаклей, то, что я танцую со своей девушкой. А это вдвойне приятней передавать эмоции своей девушке. Работать приходится очень много, чтобы максимально развить свое тело. «Белый лебедь» — он немножко трогательный, такой нежный, трепетный, в какой-то степени даже неприкасаемый, потому что она боится, что если она поможет чем-то принцу, то злой гений не разрешит, больше не смогут встретиться, он не даст такой возможности. А «Черный лебедь» — он коварный, она уже такая более эмоционально насыщенная, то есть это надо показать зрителям. Во-вторых, она сложная еще в плане техники, там, естественно, фуэте, разные пируэты, то есть это уже большое мастерство у балерины должно быть, чтобы это показать. Давайте начинайте, мои дорогие. Верховые готовьтесь.
1953 году вышел этот спектакль, и у нас здесь конная милиция была около театра. Вот. 62 года. Я пришел в театр в 1952 году. Thank you.